Бодрого утра, народ! Я вернулась в Тайган. Это вход. Там кассы. Билетик. Я его сохраню почему-то с мордой Киркорова. А нет, это не Киркоров, другая чья-то морда. И сувениры. Мы приехали рано, и тут никого нет. Похоже, что мы первые посетители. Это будет здорово. Сейчас нам оторвут контроль и выдадут карту. Доброе утро. Спасибо. О, 200 рублей машинка. Так, корма. Нам сказали купить сушки, чтобы покормить. Наверное, мы одни из самых первых посетителей Тайгана. Походим по территории, посмотрим. Я хочу покормить вот этих чудо-зверушек, которые с непонятными хвостами и носами, как у тапира, ну, вроде бы как обезьянки. Львы пока закрыты, что ли? Не пойму. К 10 пойдем, их будут кормить. Может быть, удастся что-то интересное снять. Точно так же, как и в прошлом году, по территории свободно гуляют абсолютно цесарки. Попробуем ее сейчас хлебушком покормить. Да? Красотуля. Очень моя девочка. Очень красиво какая. Ты девочка или мальчик? Девочка, да? Мальчик? О, какой красивый мальчик. Как красивый мальчик какой. Так, мальчик, тебе крошить надо, или ты будешь так брать хлебушек? Ну-ка. Будешь, нет? Будешь? Оп! Надо было поломать, наверное. Оп, оп. Учи мой Халюся. Кушай, мой хороший, кушай, поправляйся.